мы часто говорим украинская армия, на самом деле, кто там воюет? Это иностранный легион. В данном случае иностранный натовский легион. Там совсем другие цели, связанные они с достижением геополитических целей сдерживания России, что абсолютно не совпадает с национальными интересами украинского народа. Кстати говоря, многие люди уклоняют уже мобилизации, стараются к нам переехать, здесь пересидеть какое-то время, и правильно делают, потому что их просто толкают туда. Они возвращаются, их ЦАП опять туда. Поэтому мы, наверное, здесь изменим кое-что. В рамках закона можем увеличить срок пребывания определенных категорий